Сегодня 10 октября 2021 года. Мы в городке Бодо бродим по вот таким вот узюсеньким старинным улочкам. При этом всем находится здесь место. Живут люди на всяких уровнях, на таких разных. И в том числе живут, врезавшись в камень. Вот так вот. Цветочки на этих камнях, сделали такие террасы из камней, и это, а здесь вот такая круглая башенка. И маленькие кошечки. Вот, и вот еще один такой микродворик. Освещение там красивое. Такой вот еще дом. Чисто французская картина. Вот с велосипедом, с плетеной корзиной. И маленькой скульптуркой. Заходит солнце. Кто-то работает, что-то там пилит или взбивает чем-то. А, это депиляцию девочка делает. Ну, в общем, сказочно. Прекрасно все. Жизнь. Франция. Да, это Франция. Всем хорошего настроения.